Друзья, всем привет! У нас новая серия, нахожусь я во Франции. Погода такая мрачная, ничего делать не хочется. Я даже, в принципе, не выготавливаю ничего. То, что можно сделать там в прицепе, то потихонечку я сместился, там отварил и обратно в кабину греться. Стою на вибасе, то есть такое настроение нерабочее, честно говоря, на самом деле. Сегодня утром я разгрузился, и сейчас мы находимся на паркинге, на таком трифирме. Таким чудесным образом получилось, что я разгрузился, и чисто вот машинально попал именно на этот паркинг, в котором я, собственно говоря, буду осуществлять завтра загрузку. Сегодня уже я, честно говоря, не особо хочу что-то снимать. Сижу на сериальчиках, пью чай, готовлю кушать. А завтра уже у нас будет рабочий день. И завтра мы уже с таким бодрым настроением ворвемся в эту серию. Так, друзья, всем добрый день. У нас новый день, 30 число. Мы загрузились и выезжаем в сторону выгрузки. Выгрузка у нас в Италии. Город такой называется Априлия. Находится под Римом. Это южная часть Италии. Самая теплая часть Италии. Вот. Едем, конечно, в непростой период для Италии и, в принципе, для всего мира. Но, однако, я очень люблю Италию, и, несмотря ни на что, я с удовольствием туда еду. Так, переночевал здесь на паркинге. Довольно-таки спокойный паркинг, без происшествий, без всего. Оставил хороший отзыв в программе, которой пользуюсь, Трюк Паркинг Европа. Может быть, ребятам поможет чем-то. Единственное, что здесь нету туалета. Вот это да, минус. Причем большой. У нас 1:30. Загрузку нам назначили на 11 дня. Вот, поэтому я сейчас перекусил сразу и поедем. В чем интерес будет этого рейса? Я сначала думал, что поедем через тоннель, и мне удастся показать, рассказать по поводу тоннеля. Но, пообщавшись, в общем, в туннель нам не проплатили, поэтому маршрут мы свой проложили через Монако. Вот, едем по низу, образно говоря. Там разница 100-120, наверное, километров. Ну, там не критичная. Но действительно так выгоднее, потому что туннель там очень дорогой. Поэтому, образно говоря, едем по низу. Маршрут, в принципе, будет интересный. У нас 1750 километров, грубо говоря, там 1743. Маршрут идет вдоль побережья. По Франции мы дойдем сегодня до 10 вечера. И до 10 вечера нам задача встать на паркинг. Почему? Потому что запрет завтра 1 мая. Запрет будет на весь день. Сегодня, начиная с 10 вечера, перейти и завтра... на дорогу с круговым движением, а затем полностью сутки, используя завтра, второй съезд. После чего в субботу у нас запрета нету. Стандартный идет для Франции с 10 вечера субботы до 10 вечера. Используйте второй съезд. В воскресенье. В субботу стартанем, тоже проедем какой-то километраж. Ну, это будет 600+. Мы движемся с весом 19 тонн. Не особо нравится, как загрузили. Почему не нравится? Потому что у меня... ведущая ось 7 тонн, нагрузка идет на прицеп. Это тоже не есть хорошо на самом деле. Чуть-чуть бы подгрузить, и было бы нормально.
Используйте второй съезд. Полицейские стоят, проверяют машины. Остановили полностью движение. И смотрят документы. Так, мы сейчас пойдем немножечко по дэшкам. Ну, здесь дэшки достаточно приятные. В одном из выпусков я уже говорил, что трехзначные цифры, дэшки, ну, они достаточно такие нормальные, без проблем. Тем более мы сюда уже ехали. Поэтому дойдем, потом пойдем. Вы превышаете допустимую скорость. Там по 85-й дороге, там, по-моему, 71-я, короче. И туда вниз, вниз, вниз. И пойдем в сторону Лион. Хотя я даже не знаю, Лион может чуть ниже там. Ну, посмотрим, короче. Как там, что пока. Пока едем по навигатору. Ночевать будем во Франции. Если бы был километраж там 600 километров, то возможно я бы успел выскочить. По Италии запрета завтра нету, и я бы спокойно поехал. Но, к сожалению, мне до границы с Италией 1000, поэтому я никак. Французы очень любят чакнуть за запрет вот на таких вот переходах. Они даже было дело один раз, я вот читал в группе, прямо на выезде с Монблана с Италии ребята выходили, и выходит, образно говоря, там контроль. А во Франции оказался запрет. Въедьте на дорогу с круговым движением, а затем съедьте. Но в туннель ты заезжаешь второй съезд. С территории Италии, а выезжаешь уже, ты, грубо говоря, едешь по Используйте Франции. Используйте второй съезд. И поэтому они не успели выехать, вот только выезжают и все, их уже проследуйте за нами. Но это самое легкое, самый легкий вариант выписать штраф водителям. Поэтому точно так же, если, допустим, ехать и на границе будут стоять сотрудники, ну, проблем нету. Если фура едет, понятно, что запрет. Если он уже доехал до границы, то тут уже. Поэтому мы рисковать не будем. Вот здесь слева я попробовал встать, фирма закрыта. И меня согнал товарищ, на микроавтобусе подъехал. Показал на знак мне, что стоянка здесь запрещена грузовым. А вот здесь справа я разгружался. Вот. Так, ну что, камер нету. Поедем. В общем, повторюсь уже. Рейс должен быть достаточно интересный, потому что в любом случае Италия сейчас вызывает повышенный интерес. Поэтому постараюсь. Вы превышаете допустимую скорость. Максимально показать, что творится в Италии. Рассказать о своих впечатлениях. Где-то и через 16 километров мы съедем на дорогу 71, 71 автобан французский. Вот какой у нас план. План такой, что сегодня мы едем до 10, как я говорил, до запрета. Стоим запрет, это завтра еще будет сутки. Потом открываем смену, едем ночь. Вот, до 7 утра
если мы, да, с 10 до 10, завтра в 10 запрет заканчивается. Вот, потом открываем смену, едем до 7 утра, отбиваем 9, это 17 часов будет. И потом опять открываем смену и едем до 12. И доедем максимальное количество километров. Ну, а там уже, собственно говоря, будем смотреть от того, что останется, какой километраж. И уже будем от этого отталкиваться, во сколько открывать смену в понедельник. В принципе, это сказать так, что, ну, маршрут такой нелегкий получился, учитывая, что запреты. Если бы не было запретов, у меня времени было бы побольше, и, в принципе, я более свободно ехал бы. А так, считаю, что эти сутки стою, поэтому график мы смещаем, и получается, что по факту, ну, наверное, две ночных смены. Это вот после запрета будет у меня с пятницы на субботу, это железобетонная ночная смена. И в воскресенье, с воскресенья на понедельник, когда заканчивается запрет, надо будет доехать тоже определенное количество километража. И тоже будет, ну, ранний подъем, либо ночная смена, либо ранний подъем. Ну, ничего страшного, это не всегда. В любом случае, мы сейчас отстояли сутки, 21 час там отстоял я, отдохнул нормально. Сейчас проедем, станем опять на сутки, то есть опять нормальный отдых будет. Я единственное постараюсь немножко сместить график. Сегодня чуть-чуть допоздна там что-то поделаю, может, помонтажирую, либо еще что-то сделаю. Вот. И чтобы завтра как-то немножко посплю ночью, и там, ну, часика 4-5. Вот, чтобы совсем тяжко не было. И потом, чтобы днем уснул, ну, чтобы вообще нормально заходила эта ночная смена. И тогда мы откроемся, вот, уже сразу после запрета, чтобы уже как раз к границе подъехать, уже все, запрет закончился. Либо, может, ну, посмотрим. И все уже, и будем тогда молотить ночь. Вот, максимально. Вот как-то так, дорогие друзья. Так, ну, мы продолжаем движение. 11 километров. Вот 5 километров я с вами разговаривал. На паузе на лесном паркинге во Франции сходил, набрал воды во все беклажки. Я с собой вожу, ой, сейчас вам скажу, 40, и здесь 18 получается, 38 литров воды. Вот такая у меня каша. Спускаем воздух, заваривал, кстати, тоже в ней. Я уже добавил сюда тушеночки и рис. Все, мы кушаем, продолжаем движение. Нам еще часика 4 надо проехать. И встанем под запрет.